Trochę przedstawiają. Салом, мои всем друзья, с вами 2HP, и сегодня мы играем в замечательную игру под названием Goat Simulator 3. Прислали мне эту игру, точнее я ее запросил, потому что захотелось как бы попробовать. Первую часть я, к сожалению, пропустил, поэтому вызвался пробовать часть третью. И прислали ключик, правда что-то не сразу получилось записать, спустя только какое-то определенное количество времени. Ну да может к лучшему, потому что возможно пару патчиков уже выпустили и какие-то... Свинья! И какие-то ошибочки и пропуски уже подлатали. Вот я тут заходил. У меня здесь есть уже один козел. Так что давайте начинать игру. Я просто тестил, как она записывается. И, честно говоря, записывается она не очень. Не знаю, как вам. Ранчо чистые угодья. Не знаю, как вам передать, что значит не очень. Ну, немножко не оптимизированная игра. Но довольно-таки красивая. Очень много отсылок, будем их, кстати, искать. Симулятор козла, третья часть. Вот первая отсылка, кстати, уже налицо. Эй, ты не спишь? Я твой новый хозяин. Я бы на тебя посмотрел, но надо смотреть на дорогу. Безопасность прежде всего, да и полицейские не дремлят. В общем, сейчас самое подходящее время рассказать тебе всю предысторию, пока ты там по сторонам смотришь. Это экспозиция называется. В играх и фильмах это обычное дело, но часть этого не замечаешь. О, смотри, свиньи! Свиньи, действительно. О, пронесло. Что случилось? О чем я говорил? Ах да. Надо тебе все объяснить, пока вступление не закончилось. Ехать еще недолго. Гляди, почти приехали. Так, с чего начать? Прикольно. Я тебя поймал, потому что у тебя репутация. Зная о твоих похождениях в Козвилле, говорят, даже космос от тебя взвыл. Не знаю, насколько этому можно верить. А сколько подражателей появилось? Пилгорожателей, пилигримажателей. Пытаются присвоить тебе свою славу, но все это в прошлом. Теперь ты со мной. Я из тебя сделаю звезду козлиного мира. Ты принесешь мне кучу денег. Я выжму из тебя все соки. Ничто не остановит этот стремительный дуэт. Или трио, или квартет. Это же многопользовательская игра, так ведь? О, я видел эту башню. Так, он вроде еще не закончил. Сейчас еще. Сейчас как только закончит болтать. Приехали. Сейчас я подойду. Закончит болтать, и мы начнем. Я с вами пообщаюсь. Пока пусть дед болтает. Сиди смирно. Я еще не договорил. Собака. Приказывать мне будешь еще. Эй, посмотри на меня. Да здесь я смотрю. Теперь смотри туда. Видишь ту башню? Видишь? Шикарная козлиная башня. Слишком шикарная для такого простого глупого животного, как ты. Видишь? Сейчас дам тебе копытом в морду. Вон там. Смотри, куда я указываю. Теперь это твой дом. Я в интернете читал, что это козлиные башни служат входом в какое-то секретное место. По мне звучит неправдоподобно. Но, может, все-таки поверишь? Просто обещаю, что когда закончится это длинное вступление, отправишься в козлиную башню. Если честно, я удивлен, что ты вообще до сих пор его смотришь. Ну, ладно, раз уж так, вот тебе небольшой подарок. Ничего себе. А теперь вылезай из моей скоримской повозки и отправляйся в козлиную башню. Веселись, только не проси возврат денег. Пока. Это вам отсылочка от разработчиков. Точнее, прикольчик. Блин, а я остался с этой, как его, с Юкой. Я же новую игру начал. Так, сейчас, секундочку. Так, вот так-то лучше. Я начал совсем новую игру, потому что, как вы видели, я был в юбке, и это значит, что сохранились какие-то мои достижения, я что-то там находил, а я хочу начать прям заново. Итак, вот мы, козел. Давайте разберемся по управлению, что вообще мы можем. Я, в принципе, знаю. То есть я могу бегать, прыгать, бегать вот таким вот смешным образом. А могу что-нибудь боднуть. Здесь надо бодать вообще все подряд. И на ПКМ что-то ничего не делает. Хз. О, давайте зайдем посмотрим, что.
Боднуть три предмета, кстати. Здесь микрособытия есть, вот смотрите. Боднули второй предмет. Вот боднули третий предмет. Ачивочку получили. Ха. Я много, в принципе, где здесь бегал. Много чего смотрел. Но по самому основному квесту не заходил. То есть в эту башню. Чтобы, ну, не спойлерить себе прогресс. Поэтому пойдемте сразу, наверное, туда. Да, вот давайте синхронизироваться. Это, наверное, из... Где-то я это видел. Из Assassin's Creed. Ну, типа, синхронизируется вроде как Assassin's Creed. Не знаю. The Green Thumb. Что-то мне эта фраза... Она так и висела. Козлиная башня. Синхронизация выполнена. Не знаю, что я этим сделал. Типа, обосновался в этой локации или что-то типа того. Новый ранг. Отправьтесь в Козлиный замок и получите награду. Забытые сестринство. Ух, ни хрена. Че у меня фраза-то не пропадает? Че ты бесишь меня, подожди. Диос мио, говорю же, игра прям не оптимизирована до нельзя. Так, а в какой замок? Ну типа сюда мне надо, наверное, да? Ну пойдем. Пойдем посмотрим. Ух ты, ничего себе. Хорошо, что костра здесь нету. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Это что такое? О, я, кажется, понял. Это ворота. Разблокировав по краям жетоны, которыми мы откроем основные ворота и войдем туда, что-то... Что-то посмотрим, что-то найдем. Бег по стене. Запрыгните на стену с разбега, чтобы пробежаться по ней. Охереть. Ого-го! Вот это я понимаю. Способности. Так, ну что ты хочешь от меня? Я встал. Получить награду. А, ну вот он, собственно, и хотел, чтобы я ее получил. Дядя. Ага. Один. Еще пять цепочек нужно, чтобы исчезло. Чтобы я получить свою первую награду. А, козел прораб пришел. Просто без комментариев. Можно я вообще здесь все без комментариев оставлю? Ну хотя это не интересно тогда вообще. Это что такое? Господи, как здесь все в кучу и все. Козлиный замок. Завершено. Забытые сестринства. F. Что ты хочешь? F. Что-то какие-то достижухи, какие-то ачивки, жетоны. Впитать мудрость. Давай впитай мудрость. Впитай мудрость. Это в Скайриме было? Теперь вам доступны инстинкты. Посмотреть меню. Окей, давай, козлиный замок. Инстинкты. Сделать сальто назад. Ни хрена себе. Сделать тройной прыжок. Ой, слушай, тройной прыжок это, кстати, ну, полезненько будет. Серия прыжков. Как его? Как ее? Нажимайте, зажав. Сальто назад мне не нужно, это бесполезно. Вот это как сделать? То есть я это уже умею? Так, сальто назад умею. Опс. А, тройной прыжок, это, наверное, вот это имелось в виду сейчас. А здесь нельзя, здесь нельзя. Так, сделать сальто. А, это задание. Диос мио. Так, ну я же сделал сальто назад. Опа, спаун в правом верхнем углу. Сделать тройной прыжок. Закрепить инстинкт. Что это хотя значит? Что значит закрепить инстинкт? Закрепить. Закрепить. Закрепили. Что значит закрепить инстинкт? Еще раз повторить? Ладно. Ой, это вперед. Закрепили. Закрепили. Тройной прыжок. Закрепили. Nothing. Так, ладно, короче, не совсем понял, что тут дальше. Закрепить инстинкт. Достигните сверх... световой скорости при скольжении и так далее. Давайте побегаем здесь. Сначала посмотрим, что на этой ферме вообще есть.
Допустим, вот зайдем сюда. Здесь много всяких вот спрятанных предметов каких-то. Вот можно, наверное, подняться сюда. О, я умею подниматься по лестнице, ты понял? Ты понял? Так, окей. Хорошо. Ага. Угу, я понял. Была такая игра, по-моему, Люциус называлась. Где ты играл за маленького Люцифера и убивал людей, да. Был маленьким мальчиком и строил им всякие козни в очень богатой семье. И так, короче, мы можем водить транспорт, учить сборщик. Да ладно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че, еще покрошим всех? Ну-ка, идите сюда. Как раз много народу. Какой кошмар. Зачем? Зачем? Почему? А мне дадут какую-нибудь ачивку? Я недостаточно людей еще пожнал. Ну-ка, жнем дальше. Сколько нужно там людей сжать? Вообще, обычно, когда такие вещи начинаешь делать, судя по тому, что я тестил здесь, появляется в начале задание, типа ты начинаешь что-то делать, а так, ага, ты начал, типа, ездить на тракторе, тогда вот тебе задание, убей 50 людей. Что-то из этого разряда, ну-ка дай-ка мне забраться туда, пожалуйста. Да ядреть. Вот, о, хорош. Нельзя. Доступно только в сетевой игре. О, нет, это не про нас. Это не про нас. Ну, хотя Козлиный замок, задание завершено. Все вот выполнено, окей. Комбайн тоже, задание завершено. Что значит закрепить? А, вот, ну... Они еще бы более ее прозрачно нарисовали бы вообще эту булавку, ё-моё. Достигните, все, хорошо, все. Теперь выполнен, да? О! О, огонь. Так, а теперь все остальные вот эти достигните световой скорости при скольжении. Добавьте что-нибудь во все ячейки снаряжения. Покажите эмоцию. Походу, короче, разберемся. Так, вот наша карта, давайте пойдем куда-нибудь что-нибудь кому-нибудь сделаем. Вот, допустим, квестяра есть, где мы? Мы здесь, а квестяра... вот здесь это нужно пройти, вот туда. Да, господи, успокойся, ты нужна мне, я тебя трогать вообще не буду. Ты же много о себе мнишь тут. Где-то вот здесь квестяра был. Где-то здесь. Не знаю, будем дальше. Ай, дарить, запутался. Вот туда. А будем ли мы проходить эту игру или нет? А я посмотрю, понравится ли вам. Посмотрю, понравится ли мне. Но мне, кстати, нормально. Не то, что прям до полного прохождения, честно вам скажу, просто вот. Здесь записывать 20 серий Goat Simulator я не намерен, если честно, но парочку запишем точно. Короче, пишите, что вы думаете по этому поводу вот здесь, да? Да. Что надо сделать? Надо смазать какой-то аппарат. Главное туда не лазить, потому что это тебе хорошо, да? Я понял. Потому что это как раз переработает меня во что-то другое. Надо эти масла. Хорошо. Возможно? Подожди, так это же это масло? Нет, это какой-то певчанский, не? Баф сода. Ну это сода. Нет, ну ах ты, не надо, подожди. Можно, конечно, попробовать. Нет. О, а мей, это эмоция, нет? Ладно. А может, зайдем в трейлер, посмотрим. Если можно зайти в трейлер. Что, классный комплекс такой. Жилищных трейлеров, так сказать. А, чё-то нету. А вон что-то. Вон что туда прям... В облака идет. Ну-ка. Где мой тройной прыжок? Я что-то не понял, почему не работает тройной прыжок.
У меня же работал до этого. Правда. Короче, я понял, мне пока недоступны. Недоступен прыжок тройной. Хотя до этого был доступен. Нужно их открывать через вот эти алтари. Или через какие-то другие предметы. Козла. Гидратор 2000. Так, ну это шмотка. Это шмотка, это... А, почему не делает F12 скриншот? А знаете, почему не делает F12 скриншот? Потому что это игра с Epic Game Storm, блин. С Epic Game Store. А, вот масло жжешь. Вон оно, тихо-тихо. Или мне надо самому смазать? Ой, что происходит? А, я все масло потратил, блин. Вот, это масло... Ой, господи, масло, говоря. Это игра с Epic Game Store, а не со Стима. А в Стиме ее нету, представляешь? Так, ну как смазать-то? Кого? Куда? Зачем? Ой, я потеряю вообще... Ну, давай, ладно, залезем. Так, scale here. Так, какие есть варианты? Где бочка? Либо я сам туда залезаю, пока я еще намасленный. Либо я беру бочку. Вот так вот, язычком. А, вот. С собой надо было смотреть. Все, хорошо. Короче, это аппарат. Скалирование, я так понял. То есть он все увеличивает или удваивает. Что-то типа того. Тебе же хватит, помойся, пожалуйста. Допустим, если возьму молочный продукт, тоже его смажу. Допустим. И нам надо его попробовать засунуть в этот аппарат. Эй, я туда сам залез случайно. Кустарная наука. Да. Ух ты! Модель трейлера, открыто новое барахло. Чё там, инстинкт доступен? Доступен инстинкт? Нет, пока. Ну ни хрена, зато у меня одежа. Я чувствую, я под конец игры буду просто экипирован по максимуму. Так, а что у вас здесь происходит? Здесь квест какой-то есть? Нет, кстати, квеста нету, но ребятки хотят... Что он сказал? What a frog? What a frog! Он так и говорит. Слушай, мне нравится. Будет моя фраза любимая. Держи, там просто кто-то залез в туалет. Ты слышал, он там. Спасите! Спасите, я как в миксере. Я весь воняю, весь грязный. Вот так, не будешь занимать туалет на длительные часы. Так, ну здесь, в принципе, ничего нету. Я предлагаю сесть в трактор. И проехаться до следующего квеста. Ну, допустим, вот до этого. Приют. Кого? Кого приют? Редников? Редников? Да. Ну ладно. Давайте доедем вот до этого. Уведомление о выселении. Ага. Нам как раз сейчас по дороге. Заодно прокатимся, посмотрим управление транспортом. Посмотрим, как козел смотрится за рулем трактора. По-моему, смотрится шикарно. Яй-яй-яй-яй. О, господи, золотое аудио. Это Q8, по-моему. Что может быть ужасней? Я не знаю. В принципе, карта... А, нет, слушай, здесь еще нормально. Большая карта. Вполне-вполне. Там где-то выселение, это вот здесь. Где-то здесь на развилочке слева. Ага. Ну давайте разбираться, давайте парканемся сейчас. Ти-ди-динь. Сейчас как надо, как порядочный водитель. Козел. Коих в Москве хватает. Вот так вот парканемся. Давайте вылезаем. Ну вообще обычно не козлы, а бараны, да, ну да ладно. Смотрим, что надо. Кто мне квест даст? Кто мне даст квест? Где-то в самом здании нужно его взять. Хорошо, что ты здесь ездишь, не проезжая часть. Тебе нахрен еще, уйди отсюда. Так, тук-тук, тук-тук-тук. Как сюда зайти?
Ну и только не говорите, что мне на крышу надо. А вот тройной прыжок, кстати, работает. Какого хера он не работал, извиняюсь, до этого. Прям вообще не, невнятно, непонятно. Это что такое? Делла Капре. Что такое Делла Капре? Может, я могу забежать просто? Ну, кусты. Нихера. Но там на крыше ничего нету. Кто квест мне даст? Так, давай попробуем сесть погрузчик. Запустить крюк. Вот. Не, в другую сторону. Да хватит тут ездить. А, ты слушай, фишка в том, что этот дом, короче, стоит на проезжей части, тут поэтому все ездят. Дом стоит на проезжей. Why? На проезжей части, и его хотят сносить. Сейчас осталось только разобраться, во-первых, за чью я сторону. За сторону тех, кто... Ой, не то. За сторону тех, кто хочет выселить народ, или за сторону тех, кто хочет оставить свой... Да ладно, его надо. Сейчас, подожди. А куда мы его повезем? В море? Ну, давай. Ну-ка, поехали со мной, домишка. Кобзда. Просто кобзда. Просто беспредел какой-то. Нет, не дави меня, дом. Частный клуб. Плюс 3. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что там осталось. На месте дома. Там что-то лежит. Там что-то есть. А, вот эти фигурки, кстати, да. Их надо собирать, я так понимаю. Найдена фигнюшка. Фигнюшка в зоне ранчо. Что-то там, что-то там. Где эти фигнюшки-то вообще есть? Наверное, в коллекциях. Да, вот здесь она где-то, наверное, есть. Сейчас я тебя пойду. Вот она, да? Фигнюшка. Ранчо чистые угодья. 31 их здесь только здесь. Только в ранчо чистые угодья. Типа только... вот здесь, я понимаю, так их 31. Охереть. Ладно, хорошо. А это, если кто не понял... хотя нет, это вроде какой-то папоротник. Я просто подумал... Ну что, здесь траву выращивают. Но нет! Так, хорошо, нахрен тогда отсюда выходим. Sugar, yes, please. Хотя все этому прям намекает на этом. Погнали к следующему квесту. Вон он там, прям по курсу. Нам еще, в принципе, времечко хватает. Какую-нибудь квестяру несложный, обязательно несложный сделать. Заодно поделаем какие-нибудь трюкаши, вот, допустим. Ай, сейчас, секунду. Двойное сальто я умею делать, я уже научился смотреть. Чпух, чпух. Е, двойное сальто вперед. А еще, я даже прекрасно вижу... где это можно протестить. Он умеет классно скользить по всяким металлическим поверхностям, ну типа перил. Я думаю, здесь это будет удобно. Сейчас нам надо сюда забраться, а потом хопа. Ну скользи. Шашлык недоделанный. Давай еще разок. Не, может, конечно, наверх тоже можно скользить. Что-то он не хочет по ней скользить, ладно. Нужна определенно какая-то перила. Или что-то в этом роде. Так, ну погнали, квестяра там. Да ладно, тишь, господи, что ты? Fossil Fuel. А, это заправка. Хорошо. Приходим, короче, на спот. И сразу вдупляем, что надо сделать. Я слышал, что кто-то. Иголка в куче ящиков. Здесь квест? Да, слушай, он прям здесь. Он прям где-то вот здесь. Бьет поддон. В одном из ящиков что-то есть. Допустим, ключ от туалета. Хз. О! Это надо.
Бананы, 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 бананы. Есть можно? Нет, не можно. В ящиках ящики были. Все, наверное, ключ все-таки надо найти. Ибо слишком уж вот этот... ячейка замочная скважина слишком какая-то выделяющаяся. Так, давай, тройной прыжок. Вообще как нестабильно работает тройной прыжок. Что ты хочешь от меня? Ты видела, она меня пнуть хотела? Женщина. Да почему не работает тройной прыжок-то? Его прям нужно в такой тайминг жесткий нажимать. Ну, давай хотя бы так попробуем, хорошо. Давай, заберись! Ауч. Подожди, а если я побегу? Да, нужно, короче, не нажимать прыжок. Не ругайся. Все, я понял, я здесь. Я понял, я здесь. Ищем ключ. В смысле? Я ящиков-то больше не вижу. Ну вот еще один, ладно. Ну типа ты хочешь... А, вот еще ящики. Какой интересный квест, я прям вообще даюсь. Диву. Где еще? Не на... Нельзя, нельзя. О, 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 подожди. Это сундук. Ящик для инструментов. А, ну нет, это не то, что нужно. Вот там еще ящик был. Негде, вот. Еще ящик для инструментов. Слушай, ну все, ну нету. Я чё поделаю. Чувака надо выпустить, но, ну типа... Нет, может они где-то в округе еще есть? Ну-ка, дай-ка я камеру отдалю. Осмотримся. Ну поддоны еще, вот ящики. Уже не ящики, это уже коробки. Вот какие-то ящики большие. Их разбить нельзя. Можно скинуть. Замечательно. Ого-го. Ого-го. О, козлиная фигнюшка. Как она называлась? Фигнюшка, да? Козлиная фигнюшка. Чё, козланька не видела? В самом деле. Да встань ты! Может быть, конечно, здесь ящики есть. Что ты делаешь? Да, что-то мне подсказывает, что прям на всей территории заправки нужно искать этот ключ. Поэтому южную часть мы, в принципе, просмотрели. Осталось понять, где территория заправки заканчивается. Заканчивается она, типа, вот здесь. Нахер уйди. Соответственно, мне куда-то вот сюда. Здесь уже нет, наверное, да? Там ящиков-то особо. Ну да, это уже не то. Штабель дров. Ну вот, кстати, еще. Эй, ну куда ты улетел? А вдруг я по дереву могу взбираться? Ты видал, видал, видал? Надо только в правильный момент нажать... Спейс, это что такое? Ух ты. Ага, я понял. Без комментариев, где ящик, который летел? Вдруг в нем ключ. Ой, козлиная фигнюшка, нихера себе. Так, крот, ну-ка иди сюда. Мне в сторону козлиной фигнюшки, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо, учитель, спасибо, спасибо, встань. Еее. Найден фигнюшка. Ладно, допустим, не в этом ящике был ключ. Я вполне это допускаю. Вот он, кстати. Да ладно! Да серьезно! Да и все, иду, иду. Смотри. Замок больше, чем ключ... Нет, подожди. Замочная скважина больше, чем дверь, а ключ еще больше, чем замочная скважина. Вот. Выходи уже, сколько можно там. О, господи. Что вы там все делали? Раз, два, три, четыре, пятером, просто пятером, придурки. О, Вантус. Новый ранг, Вантус, открыто новое барахло. А-а-а, я понял, короче, я понял. Барахло, это, ну, чем она, собственно говоря, является, это одежда.
То есть мне нужно собирать, как вазик, и знаешь, ты собираешь предметы, и они у тебя отображаются на тебе. А здесь это будет отображаться, ну, тоже на тебе, все, что будешь собирать. Ой, я прям страшно представить, что я буду из себя представлять, ну, в середине игры, а то и к концу. Так, тем не менее, квестяру мы выполнили, я не знаю, что мне еще за это дало. Что-то дало. Ну, Вантус, что тебе мало, что ли, Вантуса? В самом деле. Так что на этом пока, наверное, закончим. Вот такая вот игра. Прикольная. Супер, просто... Как это сказать? Забыл, как это называется правильно. Ну, короче, она высмеивает. Это как, знаешь, вот есть GTA, а есть Saint Rose. И вот Goat Simulator это... Ну вот, Saint Rose на максималках. Это высмеивание всех игр. И всех игр, и всех жанров вообще, которые только есть. Однако высмеивание вполне хорошее. Только, как вот я говорил уже, оптимизация немножко страдает, потому что, ну, типа, у меня сейчас все на ультрах стоит, и тем не менее, это все немножко как-то дергано, подторможено, работает. Ну, а задумка сама классная. Прям стало даже интересно смотреть, что там в первой части у нас бы творилось. Я могу машину тащить, а потом ее боднуть? Так что пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, стоит ли, ну, еще пару серий хотя бы снять. Буду обязательно ждать. Ой-ой, что-то нашел, сейчас. А, заблокировано. Буду обязательно ждать ваших отзывов о ней. А на этом пока сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте нравится. И до встречи в следующих видосах. Счастливо.